Ежегодно в 38-й отдельной десантно-штурмовой бригаде проходит обряд окунания в купели со освященной водой. Холодный ветер и мороз не помешали военнослужащим стать участниками этого обычая. Наоборот, это радостное событие, которого ждут многие. Сегодня по христианской традиции провели освящение воды в бригадной купели, и военнослужащие на добровольной основе с молитвой в сердце провели закаливание веры, стержня духовного воина сил специальных операций. Более 700 военнослужащих поддержали традицию в этом году, в их числе не только рядовые, но и офицерский состав. Поскольку все происходит в зимнее время, на месте были оборудованы пункты обогрева и горячего чая. Для кого-то это первый опыт, для кого-то нет. А вот некоторые бойцы и вовсе сравнили окунание в купели с первым прыжком с парашютом. Если сравнить с первым прыжком, да, есть такое сравнение, потому что как бы чем дольше ты стоишь, тем больше тебе страшно и холодно. Поэтому надо не думать, быстро зашел, прыгнул. С 15 лет ныряю, ну, с отцом, с дедом, со всей своей семьей. Мне это нравится, я этим вдохновляюсь. Все происходило быстро и организованно. Процесс окунания постоянно контролировали медики. Военнослужащие поддерживали и подбадривали друг друга перед таким важным шагом, а уже после делились необычными, но весьма приятными ощущениями.